Турецкий актер Керим Бюрсин, привлекший к себе внимание ролью Серкана Булата в сериале «Ты постучись в мою дверь», скоро приступит к работе над вторым сериалом. Новость о том, что Керим Бюрсин снимется в другом сериале, смутила публику. Неужели Керим Бюрсин покинет сериал «Да постучись в мою дверь»? Керим продолжит сниматься в 5-м сезоне короткометражной комедии под названием «Именно так», в котором он играет персонажа по имени Денис. Проект «Именно так» с Керимом Бюрсином в главной роли стартовал на цифровой платформе Blue TV задолго до начала сериала «Ты постучись в мою дверь». Паре вместе с Керимом Бюрсином главную женскую роль исполнит актриса Нильперин Шаинкая. Весь проект продюсирует цифровая платформа Blue TV, и на этой же платформе будет транслироваться новый сезон. При этом съемки сериала «Ты постучись в мою дверь» продолжится. График работы Керима Бюрсина будет скорректирован в соответствии с двумя проектами. Нетипичная турецкая комедия «Именно так» входит в число альтернативных сериалов на цифровой платформе Blue TV с эпизодами, содержащими сленг и нецензурную лексику. Сериал, у которого отснято уже 4 сезона, впервые был опубликован на YouTube в 2019 году. Однако в первых двух сезонах партнером Нильперин Шаинкая был актер Ураз Кайгылаоğlu. Уразу пришлось отказаться от проекта ради нового сериала «Дочь посла». Новый сезон сериала «Именно так» будут снимать по выходным, так что Керим Бюрсин будет работать над двумя проектами параллельно. Что касается сериала «Ты постучись в мою дверь», то о финале пока речь не идет. Давно известно, что контракт на производство с Fox TV был подписан как минимум до 26 серии. Как оказалось, поклонникам бояться нечего, и Кериму Бюрсину не придется прерывать работу в сериале «Ты постучись в мою дверь». А у меня на сегодня все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. До новых встреч, друзья!